разговора. А все говорят у меня персидские. Во-первых, мы не господа. Во-первых, вы мужчина или женщина? А это дом 32. Во многом роковое здание. Сюда другу Вяземскому приходил Пушкин. Это было за день до его поединка с Дантесом. День добрый. А Вяземский дома? Отличный день, даже глаз на сердце. Пушкин был очень суеверен. Считал, что правый глаз чешется к неприятности. В этот раз отсутствие грудных клеток не спасло Александра Сергеевича. Почти полтора века спустя в стенах этого дома жили герои нашей сегодняшней истории. Лидия Строганова, преподаватель кафедры математики, кандидат наук, ее муж в возрасте готов с 9. Именно этот интеллигент и уважаемый инженер-изобретатель и был похищен на глазах у жены. За неделю до исчезновения Строганов решил продать ненужное колесо от автомобиля «Москвич» и развесил объявление на столбах. О, «Москвич, ты же 12-й. Это дефицит был, 83-й год. Ты попробуй найди это колесо. Послушайте, я знаю, что нельзя передать подарки. Анатолий Волков в 83-м году прокурор-криминалист прокуратуры Ленинградской области. Покупатель не заставил себя ждать. Молодой мужчина даже внес задаток. Единственное условие – просил отвезти колесо к нему на дачу. Поехали все вместе. Покупатель, инженер Строганов и его жена Лидия. Заехали в какую-то глушь, вдруг незнакомец вытащил нож. Не прощаю, Лейтер Лидия. Вылезай. И ты не идеален. И вот вылезла из машины. Слышит, как Леонид говорит, вылезай, мы тут сами разберемся. Машина с мужчинами умчалась. Испуганная Лидия осталась одна. Долго ждала. Вдруг Леонид не вернулся. Женщина добралась домой на перекладных, а утром отправилась в милицию. И сразу стала главной подозреваемой. А почему пропаганда обратилась не сразу же в не близлежащий отдел? Почему не обратилась к шоферам, к водителям, которые проезжали по трассе? Может, это чужим опытом. Она умная, сделает выводы. Особенно, вот даже то, что это будет, он будет напоминать себя в этом. Хорошо, мне интересно, да, наша? И дай бог, у вас там будет стоять на подоконнике вашей общей квартире. Да не, есть кого-то советовать среди всех невест, которых мы только что видели. Наверное, все-таки я сделаю ставку вот на тот танец, который сам по себе получился. Я сторонник все-таки вот с первого раза все было хорошо. Сначала великолепно. Я начала считать все. Не так просто с Людмилой у вас все так просто, если я так просто... Андрей Антонов, 83-й год, розыска ГУВД, Ленобоборисполкома. Женщина отталкивалась. Ее смутил спокойный тон мужа. Вылезаем, мы сами разберемся. Казалось, Леонид ни капли не растерялся и даже не испугался. А вот Лидия, она то призывала взять ее на поиски мужа, то настойчиво требовала медицинскую помощь для себя. У сыщиков появилась первая версия. Леонид Строганов не похищен. Он попросту сбежал. Его придумали для того, чтобы не говорить, я к тебе привык. Я понимаю, что не подействовало. Я второй раз поговорил, тоже не подействовало. Доказано. Женщины и мужчины дружат по-разному. Не, меня тянет. Я глаза закрываю, например, дома, да. Женщины могут дружить на расстоянии. Им достаточно поболтать по телефону. Кто ведет? Отлично. Ваш Samsung V2 AMOLED. Мужчины дружат на короткой дистанции. Ну, например, за бокалом чая или на футболе. Друзья мужчин – это еще надежный тыл. Никогда не сдадут друг друга. Дирол, свежесть надолго.
качественный препарат для мужчин Сиалекс. Анатолия? Сиалекс. Да, да, у меня, конечно. Телекомпания Юбранс. Мы сейчас трубочку дам. Шлаков и токсинов. О, а вы знаете, он куда пошел? А, у нас в доме пожар. Он побежал людей спасать. Нет, не пас, такой маленький пожар. Мою людей же спасать надо, так он же у нас герой. Спасенные кричат. Благодаря Анатолию. Вы знаете, я тоже был побегать. Если ищет жена или начальник, да кто угодно, то алиби – это священная обязанность настоящего друга. В нашей истории сыщики тоже заподозрили мужской жгут. Может, друг просто помог инженеру сбежать? Например, позвал на своей жены любовь. Сыщики отправились на место событий. Принялись осматривать окрестности и вскоре обнаружили москвич-инженера Столбова. Заглянули в салон, пусто. Зачем мужчины съехали с дороги? Почему бросили машину и куда пропали? К победе НТС с трансляцией. Стали прочесывать окрестности. И чудой не прошли мимо. Из-под снега еле виднелись в подошвы ботинок. Это было дело жестоко убитого Леонида Строгова. Перевозили его на шее, задушенные, и с двумя проникающими ранениями в область сердца. Юрий Баграев. В 83-м году старший следователь главной военной прокуратуры СССР. Эксперты определили. Сначала несчастного инженера задушили. А затем сердце мужчины дважды проткнули металлической спицей. Очень странный способ убийства. За что же расправились со Строгановым? И тут вспомнили последние слова погибшего. Ведь... Это начало новой эпохи нашей спорте и нашей жизни. Начало нашего общего будущего. Теперь мы видим Россия. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, пятница. В эфире капитал шоу «Поле чудес». И по традиции, под аплодисменты зрительного зала, я приглашаю в студию первую тройку игроков. Первая тройка в студию. Иди, мы сами разберемся. Будет инженер все-таки знал своего убийцу. Что за тайны их связаны? В какую смертельную игру ввязался интеллигентный кандидат наук? Тише воды ниже травы, вот, культурный и вежливый, как говорилось в народе, мухи не обидят. Вопросы к победе, а ответы на них постоянно искать совсем не Этому событию мы посвящаем нашу сегодняшнюю игру. Одно из самых вот опасных озер в мире. Говорят, здесь бывают шторма с волнами до 6 метров. В советские годы построили каналы, и озеро успокоилось, но не до конца. Это паралитиды. Как зовут здесь эти странные пугающие звуки? Это дебильные землетрясения. И подводные духи. Сам Александр Дюма бывал здесь и писал загадочные явления. Это поразительно, поразительно. Здесь бывают и миражи. Разумку той кольцо, трагический символ. Здесь разрывались блокады Ленинграда. Именно в этом месте на них спускалась дорога. В нескольких
километрах отсюда Шлиссельбург, крошечный старинный городок. В 83-м году назывался Петрокрепость. Именно туда я привел сыщиков след убийц. Ваша Олимпиада, вот ваши новые возможности. Ваш Samsung V2 AMOLED. В брошенной машине Леонида Строганова на щекле сиденья криминалисты нашли отпечаток обуви. Обувь была характерная, приедовый подкос, машинный узор был приятный. Вот это было железное, приятное. Подобные следы обнаружили и на тропинке, уходящей через перелес в сторону Шлиссельбурга. Значит, преступник хорошо знает эту местность. Вероятно, там он идет. Это был большой человек. Это был ужасный человек с огромным ножом. Начну с себя. Сожги все. Ведь тут место сыщики всегда были. Несколько лет назад в этих краях произошло абсолютно такое же убийство. Сначала утаска на шею, потом списали в сердце. Я все это не скупил, пробивался в удовольствие. Даже у него появился подражатель. Отфильтровали подозреваемых по размеру ноги. След обуви на месте преступления был крупный, 46. СССР умела вязать каждая вторая женщина. А в ней каждая первая. Доброе утро. Здравствуйте. У тебя? Как всегда, вам письмо. Письмо. Давай же, мой друг, тебе целая сцена. Это у вас результат? Английский язык. Смешно. Рукодельница могла одеть всю семью. Связать все от носков до пальто. А это у вас махер? Импортный. Что вы говорите? Вещи из махера писк-моды. Правда, за упаковку из 10 мотков придется отдавать месячную зарплату. Это ваш журнал по вязанию? Да. Можно взять на вечеров? Хорошо. Благодарю. Присоединяйтесь к зимним Олимпийским играм. Журналы по вязанию в страшном виде. Обычно их брали друг у друга и переводили узоры на кавиту. Уважаемые дамы, все же я попрошу вас отложить увлекательное занятие и заняться работой. Это мой отчет через 3 ряда. Потом через 3 дня. Моя сестра корова, она сейчас в пути, она вам напекла пирожок и привезла молоко. Мужчины тоже увлекались вязанием. Если за решение этого человека... В нашей истории спицами интересовался именно мужчина. Нет, он не гадит с тобой. Это я вам про него такое рассказал. Наверное. Спецназовец Василий Алексеев когда-то был женат, но развелся, оставил бывшей супруге квартиру и снимал комнату. Зато рядом новая любовь. Но подруга Алексеева невольно выдала его. Созналась, Алексеев одолжил вязальную спицу за 3 дня до убийства инженера. Уверял, что нужна для друга, что там протолкнули внутри автомобиля. Злополучную спицу Василий никому не отдал. И даже с ее помощью сделал девушке предложение. Будешь моей? Владимир? Другое дело. Откройте букву «В». Каждый день по будням на НТВ новая информационная программа «Сегодня». Итоги с понедельника по четверг поздним вечером на НТВ. Скажу «Сектор приз». Вспомните, о чем это? «Сектор приз». «Приз будет». «Приз в студию». Взмах головой из подводного положения на ходу. Впервые одновременно 4 ракеты. Уникальный зал с Юлия Дальнего. Все ОБСЕ побывало в больнице у раненых журналистов в Донецке. Александр Сладков. С другой стороны.
даже не разбитых. О, а где же его? Я решил Ну хорошо. Вначале Санкт-Петербург 30 тысяч прошел прошлый год. Мы приехали, там же еще сотни спортсменов. А у вас разные участие в соревнованиях, которые ежегодно. Значит, уже пятеро. Мы вдвоем папа с мамой и сестра. Пять человек. Все. Испытавшим десятки чемпионов. Кто через сколько лет? Я сейчас считаю, ну как, дочь один. Подожди. Пять человек от Санкт-Петербурга. 40 тысяч. И дочери. Только в цели, и всегда только вперед. У вас есть время?